Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал «Отвертка». Почему планшет неправильно показывает заряд батареи? Довольно досадно и раздражительно для любого человека ситуация, когда заряд батареи вашего Android-планшета или смартфона магическим образом из 99% превращается в 2% или либо наоборот. А еще хуже, когда экран тухнет, несмотря на то, что заряд был больше половины, а может даже еще больше. Такие скачки показателя заряда батареи могут здорово подставить любого пользователя. Доверившись ложным показаниям, можно на весь день остаться без своего девайса. Причины таких скачков и того, что планшет неправильно показывает заряд батареи, скорее всего, является неправильная калибровка вашего устройства. Дело в том, что батарея любого устройства должна быть несколько раз полностью заряжена и разряжена до нуля, дабы закрепить в памяти аккумулятора правильные параметры. При покупке устройства мало кому хватает терпения на такие операции, и пользователи доверяют калибровку программам, создатели которых утверждают, якобы их творение поможет без вашего участия правильно настроить батарею. Доверие, которым пользователь осчастливил такую программу, может оказаться убийственным для батареи вашего устройства. Так как единственное, что вот эти вот программы умеют делать, это обнулять данные в файле batterystat.bin. Данный файл лишь содержит статистику аккумулятора и никоим образом на него не влияет. Суть проблемы далеко не в вышеупомянутом файле. Скорее всего, дела либо в датчиках, в контролерах, либо в драйверах, цель которых – перевести непонятные никому цифры в необходимые вам данные. В нашем случае – уровень заряда батареи. Причиной слета драйверов может быть несоблюдение некоторых условий прошивки. Например, низкий заряд батареи во время смены прошивки или во время обновления. Исходя из этого, простейшим решением проблемы может стать полная зарядка вашего девайса и очередное прошитие его с максимально заряженным аккумулятором. Еще одной причиной, более затратной, того, что планшет неправильно показывает заряд батареи, может быть банальный износ батареи. Если прошивка не помогла, либо если ваше устройство постоянно показывает один и тот же показатель, постоянно, в таком случае в перепрошивке нет смысла, в таком случае вам придется заменить изношенный аккумулятор. Есть вариант его починки, но он довольно сложен, и если осуществлять ремонт в сервисном центре, выйдет гораздо затратнее, чем покупка новой батареи. Итак, чтобы избежать подобных проблем, помните о злопамятности ваших аккумуляторов. Для начала позаботьтесь о том, чтобы девайс был несколько раз полностью разряжен и заряжен. Не заряжайте их по 5 минут. И старайтесь пользоваться только оригинальными зарядными устройствами именно от вашего устройства. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал «Отвертка».